Нож Payout, новинка 2020 года, артикул 2075 компании Kershaw. Что сразу бросается в глаза, это его корпус, выполнен из нержавеющей стали и имеется вставка из джетена в черном цвете, не очень цепкий, но как всегда джетен приятен на ощупь. Ну, основная, конечно, часть корпуса выполнена из стали. Клипса в структуре корпуса с внутренней части, и она крепится. Сейчас мы его разложим. Надеюсь, увидим. Вот здесь видно на два винта. Это торксы. Вот в таком, наверное, ракурсе видно. Бонка задняя из цветмета и образует втулку и своего рода темлячное отверстие. Бэкспейсер прям посередине из полимерного материала. Что по замку? Тут фреймлок без сухаря, нету никаких вставок, ну и стандартный детент болт присутствует. Нож ассист, да, видим довод. Отличная механика, безупречный выброс. И что касается формы. Будем называть эту форму клип-поинт, потому что есть угол. Ну, не в счет вот эта вот выемка по обуху. Насечки приятные, не супер врезучие. И, конечно, интересный дизайн. Есть у компании Zero Tolerance или у ZT-шки что-то подобное, где общая форма ножа S-образная. По стали D2, спуски прямые достаточно высокие. Производится данная модель в Китае, собирается. И здесь обозначение у основания. Что по параметрам? 213 общая длина, 89 клинок, 2,8 по обуху, ширина клинка 29. D2 обработка Stonewash. Твердость 60-62 по Rockwell, это во всех практически сталях D2. Спуски прямые. И что касается замка FrameLock и Flipper. Нож, безусловно, увесистый, поскольку полностью из металла, здесь никакого титана нету, и вес его 150 грамм, и в сложном состоянии составляет 126 миллиметров. По сборке все четко, клин отцентрован, достаточно просторный, и в осевом видны бронзовые шайбы. Всех благодарю. Новинка 2020 года. Payout. Пока.